Здесь никого нет. Ну, почти никого. Только мы по эту сторону экрана, и они по ту. Они – холсты на стене, молчаливые и неподвижные. Но стоит только выхватить их из темноты, и они оживают, растворяясь в реальности великого немого. Так когда-то называли кино. Искусство, которое выросло из гордого молчания живописи. Гордого, потому что каждому художнику, как говорил Леонардо, есть что сказать. На 10-й линии Васильевского острова на углу с Малым проспектом стоит красный дом с белыми колоннами. Дом искусств Петербургского государственного университета. Лестница вверх. На втором этаже кафедра художников кино. Сегодня у них защита дипломов, и мы приглашены запечатлеть это событие на камеру. Дело предстоит долгое и, как нам представляется, скучное. Но все оказалось иначе. Мне все время режет слух словосочетание «защита диплома», потому что мне кажется, в этом есть что-то такое воинственное. И мне кажется, что на мой диплом должны начать бежать люди с палками или кулаками, а я должна либо за него как за щитом, либо это мой щит, либо я должна его, значит, защищать. Приходите ночью сюда, еще раз я защищу все свои работы. Ты такая молодец и красивая. Спасибо. Сейчас придет песочный человек, вытащит тебе глаза и утащит их к своим детям на Луне. Вот особенно хорошо вы смотритесь на фоне. Я вот ела землю и говорила спасибо, я съела. Защита этих художников больше напоминают полный неожиданности современный вернисаж. С воздушными шариками, баварским шкафом, ширмой, сундуками, яблоками, японскими шкатулками, пионами, красным слоном, который в перерыве между съемками таки грохнулся со своих ходулей. И еще с васильками, морскими камушками и алхимией. Я поняла тот образ, что из этих алхимических бутылок вырывается чистая душа героя, как, наверное, и автора произведения «Цветы жасмина». Да, это, по-моему, жасмин. Но я не поняла, что написано здесь. И поэтому боюсь это съесть. Потому что, судя по всему, это же алхимический. Истина. Аня, истина? Ну, вообще, я думаю, что написано «голем». Голем там или не голем, истина в том, что все эти слоны, шкафы, печенье есть часть художественного замысла, в котором нет мелочей. Этому учил своих студентов Петр Петрович Конников, основатель кафедры мастерства художника кино и телевидения. Когда 6 лет назад нынешние выпускники только пришли в эти стены, именно он давал для них первый звонок. Я учился в 190-м лицее, и оттуда много знакомых осталось, которые тоже пошли по художественным специальностям. И я смотрел, как они учатся, и как учимся мы, и понимал, что я абсолютно не хочу учиться так, как учатся они, а так, как учимся мы здесь, это прям вот вообще круто. Так, как учат здесь, действительно не учат больше нигде. Хотя бы потому, что это первая в стране университетская кафедра, которая готовит кинохудожников, воплощая мировой опыт сосуществования науки и искусства под одной крышей. Кстати, о таком сосуществовании мечтал в свое время химик и немножко художник Дмитрий Иванович Менделеев. А еще раньше об идее создания Академии наук и искусств размышлял царь Петр. И вот спустя 300 лет другой Петр, Конников, а вместе с ним Лариса Конникова, набирают свою первую киномастерскую художников по костюму. Рекламы не было. Конниковы сами бегали по художественным школам, зазывая желающих.
А по ночам клеили объявления на стены и водосточные трубы. В итоге курс был набран. На следующий год открылась вторая мастерская художников кино и телевидения. А еще через год здесь появились мультипликаторы. То, что вы сейчас видите на экране, их творчество. Ну а нынешний выпуск – это курс знаменитых художников Ленфильма Владимира Светозарова и Марины Николаевой. Марина сегодня здесь, с ребятами. А Владимира Иосифовича не стало в 2017-м. Но его студенты вспоминают о нем так, как будто он только что вышел и вот-вот снова вернется. Да, он переживал, потом звонил перед обходом за пару дней обычно, за неделю. Говорил: «Коваленко, ну ты там рисуешь?» «Все сделала, надеюсь». Да, так. Я помню, он мне как-то позвонил, сказал: «Тимофеева, вы думаете, я знаю, вы все меня не уважаете». Я такой: «Владимир, вы чего?» «Нет, я знаю, вы все меня не уважаете». Мы как-то не очень долго разговаривали, я ему рассказывала, как мы его любим, как мы это все ценим, как все это для нас важно, как мы все счастливы. «Собачье сердце», фантазии Фарятьева, «Противостояние». Светозаров участвовал в создании культовых фильмов, но считал, что главная заслуга художника в кино – сделать свою работу так, чтобы ее никто не заметил. Для Петра Петровича Конникова такой подход был тоже важен. Поэтому, приглашая Светозарова возглавить мастерскую кинохудожников, он воплощал и свои представления о том, как надо учить. А действительно, как? Есть опыт в ГИКа, но Конниковым он показался недостаточным. И постепенно здесь начала складываться своя школа со своими целями и принципами. В ее основе подготовка универсального специалиста. Кинохудожника, который способен быть сам себе еще и оператором, актером, режиссером. Способен размышлять и анализировать, выстраивать композицию, разбираться в идеях и смыслах, погружаться в истории, создавать образы и понимать ценность человека в мире, который все больше отказывается от человеческого лица, уходя за ширму абстракций и рекламных плакатов. Вы многое-многое соединяете вместе, и вы затачиваете своих и выпускников, и даже самых-самых маленьких еще первокурсников, затачиваете на смыслы, на какие-то очень большие задачи. И у вас удивительным образом это почти всегда получается. Получается еще и потому, что подступы к профессии они осваивают не только в мастерских, но и на съемочных площадках, куда этих студентов зачастую забирают прямо с занятий. Я штраблю, наверное. Несколько слов о проекте. Что вы скажете о режиссерском замысле? Я его не знаю. Пилить, штробить, красить стены, штукатурить, клеить. В конце концов, просто не свалиться с лестницы. Кинохудожник должен уметь все. Представьте, этому тоже учат в школе Петра Петровича Конникова. Впрочем, сам он свою методику обучения школой не считал. Но Конников вообще был скромным человеком. Маленькая серая птичка, как он себя называл, лирик и странник. В его работах, парящих над землей, угадывается библейская тема и щемящая печаль о том, что однажды случится. Конникова не стало в том же 2017-м. Он ушел вслед за Светозаровым, но остались его картины, его кафедра, его напутствие. Идти, куда душа манит, где явь – прекрасный сон, где сердце от любви болит и дух божественный парит, и воздух опьянен. Все, что я вижу, отражается на моей работе. Это невозможно избежать. Мозг так устроен, что этого невозможно избежать. И это, да, это плюс, это преимущество, что мы так делаем. Но при этом что-то исчезает. Сложно с чистой головой, вот как говорил Стазаров, тоже с пустой головой посмотреть на себя обратно. Но в конце концов все получается, потому что ты все равно от себя не убежишь. Сохранить себя, свою индивидуальность, выработать свой авторский стиль – еще одна традиция школы Конникова. И тут достаточно взглянуть на выбор тем для дипломов, чтобы понять, какие они разные. Когда мне Асия сказала, что она выбрала своей темой гала, у меня так вырвалось: «Господи, какая отвратительная баба! Что там могло тебя заинтересовать?» Но потом мы с ней стали беседовать, потом я прочитала книжку и поняла, что
А сия действительно, она вот своим отношением, она как-то изнутри. То есть это все было любовью окрашено. Если Асия выбрала жизнь, придуманную Галой Дали, то Марфа Рагимова остановилась на непридуманных воспоминаниях Эдуарда Кочергина. Петя Балабанов написал эскизы по сценарию своего отца. Над другим сценарием Геннадия Шпаликова поработала Полина Череда. А Геля Коваленко вместе с Маркесом прожила 100 лет одиночества. Дипломными стали также «Аленький цветочек» Аксакова, «Песочный человек» Гофмана, «Игра в классики» Хулио Кортасара. И далее Шукшин, Трумен Капоте, Теффи, Майринг, Мариан Петросян и даже классик японской литературы Дзюнитиро Танидзаки. Согласитесь, неплохой разброс имен, времен, стилей и континентов. Но несмотря на разные подходы к литературе, живописи и кино, за 6 лет ребята успели сродниться. Самое яркое впечатление, не знаю. Наверное, когда мы первый раз делали Новый год на этой кафедре, сами вот каждый третий курс он делает Новый год. И мне кажется, для всей группы это был такой момент, когда мы поняли, что мы реально команда какая-то из очень классных людей, интересных по-своему, со своими какими-то разными характерами. И было иногда сложно, иногда несложно, иногда очень весело. И в тот момент, мне кажется, я поняла, что просто таких, как мы, больше не будет. И таких педагогов тоже не будет. Конникову удалось собрать вокруг себя удивительных мастеров. Неравнодушных, веселых, чуть-чуть чудаковатых и безмерно талантливых. За каждым из них настоящий шлейф живописных кинообразов. Вот, скажем, поют итальянские куплеты Инесса Снежкина и Татьяна Баранова. Первая – автор костюмов к фильму «Сонька. Золотая ручка». Вторая – к сериалу «Великая». А это волшебная женщина Лариса Конникова, одевшая и царскую охоту, и господина оформителя, и бедного-бедного Павла. Конечно, Наталья Кочергина с ее «Зимней вишней», Вера Зелинская с соловьевской Анной Карениной, Надежда Васильева с героями Балабанова, Александр Загоскин с адмиралом, Екатерина Шапкай с Тарасом Бульбой и все те же Владимир Светозаров и Марина Николаева. Рискуя так и не закончить перечисление громких имен и нашумевших картин, напомню только, что кафедра кинохудожников – это еще и коллектив художников-живописцев, графиков, сценографов, мультипликаторов, искусствоведов. Среди них чудесные Наталья Белова и Ольга Гер, яркий Андрей Ветрогонский, экспрессивный Евгений Свердлов, хранитель секрета авторской бумаги Латиф Казбеков, художник-философ Петр Татарников и, конечно, Мария Шеметова, готовая перевернуть небо и землю, лишь бы эта кафедра жила. И в доме на Десятой, и на крышах вечернего Петербурга, и в уютных мастерских, в которых нет ни мастеров, ни подмастерьев, а есть стойкий запах скипидара, цветные палитры и близкие люди. Это действительно большая семья. И у меня огромное чувство благодарности к Петру Петровичу Конникову и Ларисе Павловне Конниковой за то, что они в то время создали остров. Действительно остров. Остров живых людей. Это просто восхитительно. Остров живых людей – это то, что они сегодня защищают. Не только свои картины, но и свой мир – свой дом, своих учителей. И то, во что все они верят больше всего – в искусство. Потому что оно всегда живое. Если это, конечно, не черный квадрат, а освещенный Богом лик человека –